Ребята, но перед этим видео я хочу отдать вам промокодик на 850 активаций. И ваша задача набрать всего лишь 1417 комментариев к этому видео. Также, друзья, я лайкаю все интересные и прикольные комментарии. Погнали, прям по фасту набираем. Здорово, мужики, у микрофона бог, это сайт CS GO Round, и я пишу чату привет и говорю, что они в ролике. Смотрите на реакцию, как я уже говорил, я обожаю чат на CS GO Round, это просто топовая тема. Йоу! Смотрите, просто приветствую чат, обожаю, обожаю, найс, просто спасибо, спасибо, братья и сестры мои, у нас сегодня 600 долларов, да, да, пацаны, я люблю, вы столько актива набираете, у меня прям аж слюнки текут, я просто депаю на этот сайт, в прошлый раз я назвал сайт скамом, поэтому, не знаю, обиделся на меня сегодня сайт или нет, видос завтра. Конечно, не сегодня же видос, я в час, в 3 утра или сколько записываю, пацаны, час 52, ё-моё. Погнали, 1.30, ловим перчи. Еее, смотри, сразу 30 баксов залетает. Просто, мама, я в ютубе, всем похуй. О, это хорошо, это правильно. Я что, популярный? Да. О, алло, кто зашел? Проксей, пацаны, ладно. На самом деле, нифига себе, коэффициент просто зашел. Давай, а давай. Погнали. Короче, пацаны, к нам резко присоединился Александрий. Алло. Петропавловский. Ты дурак, что ли? Ты зачем 1000 боксов поставил? Я тут бичую, значит, а ты бабки, да, считаешь? Да я взлетел. А чего? Приору говорю. Да, а ты сразу зашел, я не могу. Чувак, я сейчас проебу этот нож. Это все, что у меня есть, смотри. Ты записываешь? Да. Я записывал один, и ты зашел в чат. Все. Пацанам поздоровался, видел там, пацаны, вообще, ребята, просто лучше. Чё, ку? Алло, ну? Не надо, это мой чат. Я его арендовал на 5 минут. Хорошо. А все, так быстро отдал? Вон, Гватвалакас там поднял. Вообще, чувак, я сейчас проебу на 1.3. Нет. Лёха тачку покупает. Никогда, да, а ты уже верт все, чувак. Дай мне сегодня камбэкнуть, я тебя умоляю. Я хочу на ране сегодня сделать кэш. Ты позволишь? У меня есть 600 долларов. Помоги мне сделать 10 тысяч баксов. Все, уже в чат ебать пошел. И пошел. Вон я нож кухонный поднял. У меня кто-то на соседнем этаже. Это я кухонный нож поднял? Я. Чувак, я ставлю скин за 204 доллара. Вашу мать. Не дай бог он не дойдет. Главное выведи, чувак. Пошел нахуй просто. Да нахуй, блядь. Я твой сайт ебал в рот. Смотри, чувак, а сейчас я поставлю. И выиграешь, да? По-другому не может быть. Бля, вот у тебя сколько баланс? Я уже даже разговоры потерял, речь как бы вот. Ну как обидно, чувак. Блин, 200 долларов потерять одной чувак, ставкой. Я на x3 поставил. Я на x5 поставил, собака. На-ка нахуй. Не знаю, смогу я выиграть или нет. А чё ты волчонку-то пишешь? Чё ты модера спаиваешь моего? На-ка нахуй. И, блядь, Драгонлорд, долбоёбин, а? Ну, я так и назову ролик. Проебал. Мой друг долбоёб, так и назову ролик. Мам, пока. Нет, не уходи, подожди, контент там заделай. О! Ёбан! Слушай, а на чё вообще ставить успешному мужчине? На 2х, 120 долларов. Не, не надо. Спартак. Да иди ты нахуй. Пожалуйста, дай выиграть. Я уже минус 300 долларов, если эта сейчас ставка прогорит. А, она прогорит, да? Моя бог, ставка бог, не зашла на НБА. Бог зашел на CS GO Round. Ну, о! Заебись. Вообще ни один коэффициент, я не ловлю уже пятый чувак, видос в минусе. А я уже поэтому не залетал, все время там в минусе. Чувак, я рот твой ебал. Не твой, а сайт, а твой-то за что? И сейчас опять выиграешь, а я опять проебу, чекай. По-любому так будет, я мать закладываю. Мам, я мать закладываю на эту ставку. И вывел. Сейчас ты выведешь, а бог проебет. Чекай. Да, я выведу. Я а бог выведу. Проебал, бог уже проебал. Куда ты ставишь? На сколько поставил? На 100x я поставил. Ладно. На степ. Да еб твою мать, промо. Из-за ютуберов краши. Все, чувак, мы даже здесь виноваты, ты понял? Мы зашли, из-за этого краши пошли. Пиздец. Давай, ладно, давай 1.5. Пожалуйста! Мы уже просрали весь баланс, тупо. Сколько можно? CS GO Round, бля, это вообще не порядок. А ты уже защищать пошел ютуберов, да? Всю коалицию ютуберов. А давай тачку за 13 лямов-то купим. На ране поднимемся. Не надо. О, смотри как. Гидра. Сейчас не дойдет до двойки, я вообще посмеюсь. Ну, конечно дойдет. А ты уже демку включил. А я уже все сделал, лишь бы Фроксай расположился. Нож, кстати, нормальный. Кухонный который? Да, он. Я им жопу чесал. Ясно. Давай.
Ну почему, вот почему? Хоть раз вот этот скин на 5x, допустим, понимаешь? У меня баланса $1000 уже 100 лет не было. Ты вообще вкуриваешь, что это за хуйня? Сейчас опять проебу. Я не хочу $600 проигрывать, не хочу. Слушай, краш будет, кстати, ты можешь моим инвентарем управлять? Не, не умею. А чё умеешь? Я всё солью, не надо. Правда? Да. А чё, ты дурак? Себе. Сейчас, короче, краш, мне кажется, будет после такого. А на сколько? На 100x ставить? Да я говорю, краш сейчас будет. На 100x. Да, я сейчас ставлю. Да, говори, блядь. Даргас. Я поставил. Чувак, сейчас 1.3 будет, чекай. Давай, я покойника поставил. Все, умирай, да, собрался? Пацаны, если вам нравятся видосы с Фроксай ставки, то обязательно. Я на их 4. Помогите начинающему ютуберу Фроксай ставки. Пидорас, блядь. Да ты хуй. Пошел нахуй! Пизда тебе, Лида, ёбаная. Пизда тебе, нахуй. Бля, чувак, не дай бог. Я ебу рот этого сайта, если... Не дай бог, чувак, не дай бог. Живи, нахуй. Живи, сучарик, блядь. Чувак, это был... Это пиздец. Ран. Кабура ебаная, блядь. Пошёл нахуй. Конура, нахуй. А я ставлю. А чё ты конуру-то трогаешь? Смотри. Ты идёшь сейчас? Кабура, выводи. X10. Выводи. Да. А прикинь, я бы поставил $340 на 5x. Смотри. Я бы Гульдорадером стал. Все. Сейчас не дойдет, чувак. Все, умрешь. Ну забирай. Смотри, какой Фруксай ставки наглый, а? Начинающий ютубер, а уже деньги такие огромные ставит. Ёб твою... Пошел нахуй. Опа. Пистай, чувак, сейчас краш будет. Я не верю в такие совпадения, чувак. Нет, этого банк. Я не буду. Чувак, не... сейчас сразу. Суку, я ненавижу ран. Прокляну его, блять, нахуй. У меня аж картинка залагала, у меня все залагало, ёб твою. Вижу, бог пиарил фагив, да хуё парашу. Сейчас я ему напишу, пошел нахуй. Ладно, ребята, я не пиарил фагейб, не надо тут. Мужчина тебе пишет, дай промо. Мужчина, блядь. Кому промос? Чувак, смотри, сейчас это как, блядь, крокодилом забросить головастика. Вот сейчас была ситуация. Все, пизда, чата. Ну я не могу. Ребята, ну это все, же... Все, налетели. Только Фроксаю дам напишу. А напиши какой... Не, рандомный знак, вот какие-нибудь символы. Напиши промо. Ага. Давай реально. Чего ты? Ну напиши рандомные какие-нибудь буквы. Чувак, я уже ролик заканчиваю, если что. Только, да, чё? Давай реально напиши. Что? Кого? Рандомный набор символов, скажи, вот промо. Ага. Наебать, да, подписчиков захотел? Нет, я тебе говорю, сделай чего. Не хочу. А чего у тебя сразу сейчас с наебом ассоциируется? Ты что, наебал кого-то? Да просто тебя знаю давно и как бы понимаю, что ты предлагаешь, что да. Назимов, да, опять? Опрокинуть хочешь? Опять? Да. Так доказательства что, не видел, что ли? А потом тачки за тобой приедут. Чувак, а если я в BMW буду ездить, это будет считаться, что я носками заработал денег? Я торговал, блядь. Чувак, и 3x, отсосу за 3x, умоляю. Умоляю 3x, я выведу, я боюсь, очень боюсь я. Ты видел, что я только что сделал? Я порвал танцпол. Я ебаный бог этой ставки. На самом деле, сайт хуйня, сам хуйня, понял? Ну, на самом деле, да, но пока нет, пока не знаю. Пожалуйста, сыграй рот твой наоборот. Саша, болей за меня, Витя. Оле. Я тоже проебал, кстати. Рот ебал. Чувак, пиздаем нахуй. Давай, ради тебя ставлю, чувак. Вабанг. Ребята, тебя, большое спасибо за просмотр. Давай, подписывайтесь на мой канал. С вами был Бог и Фруксай. Подожди, блядь. Такая хуйня, ты понял? Да ну, почему? Да потому что, ну, фу, блядь. Че за... Камеру? Да. Телефон на картошку, да? А че за вабанк ебучий, чувак? Это очень неприятно ставить вабанк. Очень. Вабанк, потому что вабанк. Фроксай, блядь, логика. Конфуций. Я покупаю скин за $400. Нормания. Да. Ахиллес, а ты че не спишь-то? Ну вы, блядь, и уёбки, блядь. Кто? Кому промо? Чувак, я же не могу, я очень люблю это. У меня же есть промокод. У меня 4 промокода, пацаны, есть. Все. А я ж шучу. Они не понимают шуток. 5 апреля скоро. Мне промо. А зачем промокоды? Пацаны, объясните, пожалуйста, в комментариях, зачем вам промокоды. Я просто не понимаю.
Сейчас, вот он, отец всея Руси пишет в чат. Слушайте, каждая его клавиша на вес золота, она стоит дорого, блядь. Кого? Ты на первом... Кто вот, смотри, привилегированный хуй стоит, смотри, надо же, блядь. А сзади, а снизу шестерка его стоит. Чего? Смотри, блядь, вот на это, вот что это? Как можно так распределить по-уебански было? Чудо тут. По алфавиту, да? Фе, блядь. Фе, нахуй. Первый пойду стихотворение отвечать, значит. Чувак, дай мне денег-то выиграть. Ты почему? Ты пунш. Пума. Я предлагаю после этого видоса депнуть лям на ран еще. Лярд? Да, украсть у одного человека. Ладно, пока. Не надо. Блять, ослив. Ёбаный, нахуй я поставил. Чувак, а я его на 10x ставлю, этот нож. Пора уже нормально подниматься, по-пацански. Надо жить, пацаны, по понятиям. Вот Ран любит пацанов, которые живут по понятиям. Нужно, блять, разъебывать этот сайт в пух и прах. Медуза. Давай. Тупо x2 делаю. Смотри, медуза, медуза. Вот так, блин, вот так. Почти $1000 мои сделал. Друзья, а я мог друзья. Еще, понимаешь, мог еще. И из-за тебя я вывел. Что я здесь сделал? Но ты свои медузы ставишь, чувак. Ты подкрученный балансер. Ага, блин. Ты волчонку в чат пишешь, а он тебе отвечает, блядь. Ты понял? Ты да. И есть подкрутка. Ты подкрутка. Вот из таких, как ты, люди не верят в честных людей, блядь. Ага. Ты еще скажи, сайты меня работаешь. Отдай дроп-то пацанам русским. Слышь, блядь. Алло. Скажи, еще сайты не работаешь, я баланс за тебя. Только с факгейбом работаю. Я с кобурой работаю, чувак. Баланс свой, скажи. На ране? Блядь, ты заебал. Ты видел мои эмоции, когда я $100 проебу? Такого никогда нет. Конечно. А покажешь мне скрины пополнения? Без проблем. Да. Приложи, пацанам, давай. Давай. Все, без поддельных, без фотошопов, давай. А я не... Меня вообще не фотошоплю. Ребят, давай, мне превью дизайнер делает, чтобы давай, вы понимали. Давай. Превьюшки скажи, что еще сам делаешь. Фроксай мне превьюшки с ножом делают вместе, на пару, блядь. Да куда ты, блядь, там выбрал-то? Ёбаный фильтр. Да сука. Не буду я. Чувак, давай рискнем хоть раз. Ну будь ты пацаном. Я все медуз на вывод ставлю. Да не восставишь ты ее, у тебя очко же. Ты ее будешь проебывать. Потом в свитбананзу пойдешь. На 40 тысяч. $20 оставил. Короче, смотри, какая тема. У нас есть нож за $800. Говори, на какой икс. На 100 степ-икс. Блять. Давай на 1.10. Нормально будет, как бы. Блять, первый раз такую ставку делаю. Это 70 тысяч. Пожалуйста, не дай бог. Блять, я не могу поставить. Чувак. Сейчас сольёт. Сейчас сольёт, блять. Смотри. Все, все. Давай тысячу долларов. Мы сделали. $1000 взяли. Ков. Я $35 сделал. Ков. Все, ладно. Шип ты. Какой? Овца, блядь, говорит. Поставь ты ее. Кого? Чувак, да овцу свою поставь, давай за $900. Да у меня нету. Чувак, она сейчас сольется. Вот представь, я овцу поставил. Бля, буду сольет. И что, еще раз, да? Давай. Пацаны. Сразу ставлю. Пиздец, пошел нахуй. Дебил, мы сейчас все примем, все про... А ты знаешь, что не надо ставить, да, гондон ебаный? Я не знаю. Пожалуйста. Пацаны, вот такой получился видосик, какой микрофон был бог. Фроксай, всем подписывайтесь на канал, и все ссылки есть в описании. Всем пока, с вами был Василий Уткин, микрофон на Фроксай. Пока. Убогий был с вами, пока.